это кедр морковного цвета. Я его вывел сам в том году. Нынче я получаю от него потомство. Каждое утро Артура Изгина начинается под пение русской канарейки морковного цвета кеннер, то есть самец, не единственный вид птицы, который мужчина вывел сам. Из новых окрасов канарейки золотистого и белого цветов. Всего их здесь около 70. Любовь к птицам у мужчины проснулась еще в далеком детстве. Мы с мамой пошли на центральный рынок, если все изначально рассказывать, и там продавали суточных цыплят. 5-копеечных. Я увидел, но мне было лет 5. Я слезы, мама, купи. Цыплят Артуру тогда купили, и это было лишь начало. В 2000-м мужчина поехал в город Павлово Нижегородской области за первыми 7 парами канареек. Теперь их здесь в 5 раз больше. Ухаживать за птицами Артуру помогает супруга, которая также разделяет его увлечение. У нас дети занимаются больше компьютерами, гаджетами. А животными очень редко. Это еще наше поколение, как-то и собак держат, и птичек. Я считаю, если в семье будет птичка или собачка, или кошечка, это очень хорошо. Сами канарейки – птицы очень нежные, делится Артур. Для того, чтобы они росли в комфорте, им необходима определенная температура помещения и качественная пища. Поэтому уход за ними – дело нелегкое. Семечку, ну, у меня приспособление такое. И семечку много, потому что клювики у них слабые, они не могут семечку разгрызть. Помимо канареек, здесь содержится стриж, щегов, зяблик и клёст. Дикие птицы, которых Артур Изгин вылавливает осенью. И уже окрепших и взрослых отпускает на 9 мая. И этот символичный жест мужчина проделывает каждый год. Канареек же не отпускают, так как они домашние. Некоторых из них Артур продает. Однако главная цель птицевода – возродить породу русской канарейки. Самого красивого и поющего вида кеннеров. Ильсяр Мухидинова, Ильдар Исмаев, столичное телевидение, вся Уфа.